меня был с мальчиком. Он, я много тренировалась, ну, я тоже много там тренировалась и надубасила его. Чемпионка Украины 2000 по боксу 2008 года рождения Кира Пинг-Пантера Макоголенко. Сегодня она боксирует с участницей синего уголовинга Кагинец Владислава, которая на 2 года ее старше. Меня тренирует мой папа, и я тренируюсь по 5 часов в день. Боксерский зал, она зашла чуть больше года, сразу начала показывать высокие результаты. И она показывала то, что, например, за месяц уже только то, что дети не могли показать за год, за 2 тренировок. Я себя считаю лучшим боксером, потому что меня тренирует мой папа, и мне кажется, что я добьюсь успеха. Сначала надо выиграть Олимпиаду, а потом уже переходить в профессионалы. Я хочу не одну Олимпиаду выиграть, а несколько. Я хочу побить рекорд 3 Олимпиады по боксу. Захочет стать профессионалом? Будем поддерживать ее, и даст Бог, у нас все получится. Единогласным решением судей Полина Гизала, боксер из Красного Уголовинга, Макоголенко Кира. Поздравляем!